Молодец. Ты что-то делаешь? Так, молодец. Все, запись пошла. Сейчас мы, если красненькая, да, то вот запись пошла. И это колпачок. Ой, не надо так близко, не надо так близко. Вот это колпачок синенький. Мы сейчас будем играть в игру. Кто хочет стать миллионером? Найдите тему в форуме. Кручу и верчу, обмануть хочу. Так, держи кусок. На самом деле, вот это не надо меня снимать. Можно вот. Только руки. Да, можно только руки, только руки. Мы будем за кадровым текстом все вам рассказывать. Ты раскладываешь просто или. По темам, по близким. То есть вот железо, софт, программирование. Значит так, мы взяли весь форум. Распечатали его. Вот это кучка форума. Да, вот эта кучка, вот это старый форум. Это старый тот форум, которым все люди были недовольны. Ну, не все, но очень многие были недовольны. Мы его взяли, разрезали на маленькие запчасти. Конечно, мы могли бы сделать как Лазуткин и перемешать это все миксером, но мы же не такие идея извращенцы. Плагиат уже будет. Да, это же мы не такие извращенцы, как он, мы еще хуже. Вот, сейчас мы будем раскладывать то, что у нас сейчас есть, на какие-то более-менее логические куски. Пазл. Пузеля, так называемые. Это офлайн. Вот. Самый главный принцип разделения, конечно, это онлайн и офлайн. Но бывают и исключения. Вообще какие-то непонятные совершенно на тему. Интересно, чем юмор отличается от Развлеканска. А, Развлеканский, да, Развлеканск это Новосибирск. Упала шняшка. Этим занимаются сотрудники по выходным, да, свободное от учебы и работы время. Ну, как же субботник, он. Кстати, а что вы меня в тазике снимаете? А знаете ли вы, как появился субботник вообще? Дело в том, что на каком-то, к сожалению, я не помню, на каком-то заводе, вагонно-ремонтном, мужики взяли и в свободное от работы время починили 3 вагона бесплатно. И власти поняли, что это клево, и решили использовать это замечательное начинание и всячески стимулировать работу в свободное от работы время. Года проходят, десятилетия проходят, а традиция остается. Юр, ты тоже что-нибудь скажи. Как говорил Гришковец, так давно кто-то там договорился, а мы делаем. Да. Мы не участвовали в том горе, но мы делаем это все. И с другой стороны, вот люди посидели, в форуме написали всякие разные, а мы вот теперь мучаемся, воплощая их мечты в жизнь. Люди, пишите меньше, пожалуйста. Отдых. Фильмы это сервисы пошли, истории, но это тоже к нам сюда. Развлечения как заголовок. Это как заголовок. Новые сервисы. Это мы что-нибудь можно будет его переименовать. Конечно. Вообще. Клубы по интересам. Это сюда клубы спонсор по интересам. Спонсор субботника это... Эрик Краузе. Неправда. Неправда. Горячая кружка. Плюс чай Лисма. Ну, я не знаю. Спонсор субботника сигареты детские. А, опять нам скажут, что мы курили, а? Так вот, блин, ну ладно, сейчас посмотрим, что там внутри. Части света пошли. Части света. Гузы. Сигар. Халва пошла. Страшные конкурсы, вот просто засилье кочевников юга, запада, севера. Заголовок конкурса. Всяких разных влюбленных. Да, это сериалы, это к фильму туда, сериалы. Это вот все сюда. На вагонка Восток.
На вагонка юг конкурс. Конкурс, вакансия, вакансия. Ой, шут вообще. Все сюда, все сюда. О! Страйк. Контур-страйк, вот он. Из игры. Подключение веб-стрим, пир-ту-пир. Сервисы, это вот как-то вот сюда. Развлечения, это не отсюда. Подключение, новый телеком. Подключение, новый телеком, это вот где-то у меня здесь было. А где у нас, кстати, новости вообще? В основном городе? Да. Лента новостей была на Linux? А вот он, и софт наш, Linux, и Microsoft Windows к Linux. Ну, ой, да простят меня, Linux-а любите, и как их там называют. Куда-то у нас бегут новости. Артём! Субботник! Субботник не только, понимаете ли, на столе, но и на полу. Лайнейджа, жидкий сок. Старче. Где у нас кто? Что-то общее. Бликина в плакате. Бликина. Это фамилия нового сапога. Вот уже понаклеили всякой ерунды. Нельзя сказать, что это еще структурировано четко, но, по крайней мере, уже что-то понаклеили. Жизнь онлайн у нас сколько сделано, да, сколько сделано. И сколько еще предстоит сделать? Ну, чуток. А вот уже, а вот еще сделали. Вот еще почти сделали. А, нет, стоп, вот надо еще и FTP-шник куда-нибудь забабахать. Так, FTP-шник у нас типа сервис. И это типа сервис, причем такой вот пользовательский. Что-то это у нас Эгофон. Проблема. Уже. Вот. Это у нас надо объединить с Эгофоном и перенести туда все. А где у меня Эгофон? А, Эгофон у меня вот он. Вот это надо объединить. Так, где тут еще? Новые сервисы, надо посмотреть, что там у нас написано про новые сервисы. И под вопросик. Так, вроде бы пока сервисы отложили. Ну что, что здесь? Так, давай технологии. Ой, а вон у нас еще Source, админка. Мы обнаружили админов Counter-Strike. Они многие спрашивали, где же они. Мы их нашли специально для вас. У нас сетевые, админовка. Ну, короче, она вот туда. Туда ее. Это я не админов, это я как. Ну, они потом посмотрят и сами спросят. Поехали. Все запросы проанализировать, они сводятся примерно к 20 хотелкам. Причем значительная часть из них реализуема. Здесь и сейчас.